Дождливая погода не помешала сегодня участникам экологической акции «Мы чистим мир» провести генеральную уборку прибрежной зоны острова Проран. Среди волонтеров – представители городских предприятий, госслужащие, студенты ФСИН и Самарского политеха. Привлекаемых людей становится от года к году все больше и больше, но само за себя это... Я думаю, что говорит. Летом живописный остров Проран традиционно принимает огромное количество туристов не только из Самарской области, но и из других регионов. Участники акции признаются, что подавляющее большинство отдыхающих привыкает к культуре обращения с бытовыми отходами, но, к сожалению, среди любителей активного отдыха на природе остаются люди, которые этими правилами пренебрегают. С недобросовестными туристами тоже проводят профилактическую работу. В течение летнего периода проводится патрулирование, постоянное патрулирование. Мы раздаем буклеты, инструкции проводим, инструктажи проводим людям, показываем места, где сборы, раздаем листки о пожарной безопасности. Мероприятие прошло при содействии администрации Самары. Департамент городского хозяйства и экологии оказал помощь в предоставлении инвентаря и расходных материалов. По словам организаторов, желающих принять участие в акции с каждым годом становится все больше. Люди заявляют о своей гражданской позиции и проявляют себя в деле. Сегодняшняя акция у нас одна из самых рекордных. Более 100 человек сегодня на этом острове присутствуют вместе с нами. Я надеюсь, что на будущий год обязательно количество волонтеров, неравнодушных активистов будет все больше и больше. Волонтеры, которые приехали на Проран в дождливый осенний день, ни разу о своем выборе не пожалели. Я решила помочь окружающей среде, потому что в наше время, это проблема глобального уровня. Во-первых, доброе дело. Чистим природу, помогаем на общее, как бы. Вот. Делаем что-то полезное. Помогаем природе, весь пластик вот убираем. После акции с Прорана вывезли более 300 мешков мусора. Кроме того, добровольцы высадили на острове 40 сибирских сосен. Анатолий Головко, Константин Головин. События.